Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Ноябрь 1532 год. Жители Крымского ханства встречают нового правителя. Несмотря на то, что они его знают, для многих он еще остается загадкой. Поэтому неравнодушное крымское общество задается вопросами, что готовит крымский хан Сахибгерай I, какой политический курс выберет для страны, сможет ли вывести ханство на новый экономический уровень. Но они даже не догадывались, что очень скоро имя седьмого хана станет символом могущества и славы государства. Сахибгерай, как и предшественник, возвращался в ханство Стамбула, куда был вынужден уехать в 1531 году после конфликта с бейской знатью из-за расправы с родом Ширин. В столице Османской империи он пробыл чуть больше года. В отличие от Саадета, он не являлся поклонником османских традиций, однако не упустил возможность за это время изучить военное дело и административное устройство соседей. В Крым он пожелал отправиться не морем, а по суше, что позволяло ему видеть, как живут его подданные на материковой части ханства, а заодно лично удостовериться в настроениях народа. В Акермане он остановился на несколько дней. Здесь он знакомится с местными чиновниками и главами буджакских семейств. Далее его путь лежит через земли едисанских нагайцев. Сахибгерай хан производил положительное впечатление на своих подданных. По словам его современника, османского автора Аль-Джанаби, это был красивый, физически сильный, статный, 31-летний мужчина с благородными чертами лица, с волевым подбородком и пронзительным взглядом. Он напоминал старшему поколению и горячо любимого хана Мингли-Герая. Нового правителя сопровождала внушительная свита и более чем 1500 человек военных и государственных служащих. Среди них особо выделялись сигбаны, ружейники, топчу или артиллеристы, джибиджи, буквально латники и многие другие. Сам Сахибгерай называл этих людей своими личными гвардейцами. Сахибгерай родился в 1501 году в Каркьере. Он был пятым сыном Мингли-Герай-хана. Возможно, его матерью была черкесская княжна, имя которой история не сохранила. Как и его братья, он получил хорошее образование в родном Крыму. Однако на принца, впрочем, как и на его младших братьев, не смотрели как на будущего правителя. Мингли-Герай уже заложил традицию передавать власть от отца к сыну. У наследника трона Мухаммеда Герая уже был свой преемник Бахадир, а у того, в свою очередь, малолетний сын. Казалось, будущее династии было обеспечено. Что же касалось принца Сахиба Герая, то ему оставалось служить своей династии и быть надежной опорой брату-правителю.
Спустя год после смерти отца 15-летний Сахиб неожиданно впадает в немилость. Хан Мухаммед Герай отдает распоряжение заключить его под стражу. Неизвестно, чем провинился перед ханом юный принц. Спустя некоторое время Мухаммед Герай все же сменяет гнев на милость и примирился с младшим братом. Можно предположить, что на настроение своего пасынка повлияла вдовствующая Нур-Султан, которая очень трепетно относилась к младшим сыновьям мужа – Сахибу и Алпу Герая. Первого она брала с собой в поездку в Казань, а второму официально завещала все свое имущество. В 1519 году умирает последний хан Казанского юрта. Представители казанских влиятельных родов обратились к крымскому хану с просьбой дать им в правители одного из представителей рода Гераев. Мухаммед Герай принимает решение передать трон хана Казани Сахибу Гераю. В конце этого же года вместе с новым казанским ханом в Поволжские земли отправляются и юный племянник Сафа Герай, сын принца Мухаммеда Герая и представители одной из веток ширинских беев. Довольно рано Сахибу пришлось вникать в государственные дела и завоевывать симпатии казанской знати и народа. На Сахиба Герая жители казанского юрта смотрели как на освободителя от московской оккупации. Дело в том, что московский князь уже давно мечтал управлять этими землями через своих ставленников, и ему это даже удалось, пока не прибыл избранный казанскими беями новый хан Сахиб Герай. Годы правления Сахиба Герая в Казани были относительно спокойными. Здесь была воссоздана модель Каркьерского двора и администрации. В 1521 году во главе казанского войска Сахиб присоединился к военному походу брата крымского хана на Москву, который закончился бегством Василия III. Но потом случилось то, чего никто не ожидал. Спустя два года крымский хан Мухаммед Герай и его сын-наследник погибли. В Крыму до прихода к власти следующего хана Саадета Герая царили беспорядки, а вот над Казанью теперь нависла угроза в лице московского князя. Посчитав, что помощи от Крыма в ближайшее время у Сахиба не будет, он стал готовиться к наступлению на Казань. Саадет Герай игнорировал настоятельные просьбы Сахиба Герая оказать помощь казанскому юрту. Османский султан Сулейман также не горел желанием отказаться от своих планов и вместо европейских походов повернуть на восток. Все это вынудило Сахиба лично явиться к брату Саадету и объяснить всю ситуацию. Но тот, вместо того, чтобы выслушать и сообща принять решение, отправил Сахиба Герая в тюрьму. Казалось, ситуация была безвыходной. Вероятно, Сахиб Герай сожалел, что покинул Казань и своего юного племянника Сафа Герая на произвол судьбы. Хан Казани готовился к худшему, когда неожиданно пришло известие, что Сафа Герай сумел дать решительный отпор русским и добиться от Василия признания казанского юрта за Гераями. А вскоре и Саадет Герай, разобравшись с ситуацией, освободил своего брата. И, как оказалось, не напрасно. В Казань Сахиб уже не торопился возвращаться. Сахиб заявил, что он отрекается от казанского трона в пользу своего племянника. А уже осенью 1524 года крымский хан предлагает ему занять место Калги. Казалось бы, благородный поступок со стороны казанского хана Сахиба Герая. Он не смог сам отстоять Казань, так как находился в тюрьме. За него это сделал Сафа Герай. И Сахиб по своему желанию передает ему трон, а сам остается в Крыму. Но за всеми этими событиями скрывалось совершенно иное. Отныне власть в Крыму официально становится выборной. И у него появляется шанс сменить казанский трон на крымский. Поэтому он так легко отказывается от власти в Поволжье. Однако Саадет Герай все еще сильный противник, правда, погрязший в борьбе с другим претендентом на трон Исламом Гераем.
Некоторое время Сахиб Герай занимает выжидательную позицию. Он поселяется в одном из своих имений вместе со своей матерью. Именно по ее совету он выходит в самый неожиданный момент на политическую арену и предотвращает государственный переворот, устроенный Исламом Гераем. Это не могло не повлиять на его отношения с братом Саадетом Гераем. После этого их отношения заметно теплеют. Конечно же, Сахиб Герай не собирался останавливаться на достигнутом. Он очень хорошо понимал, что его время пока не пришло. Ради спокойствия брата он даже вынужденно уступил свой сан Калги племяннику-бунтарю Исламу Гераю. Только ради мира и спокойствия в стране, которой мечтал управлять. Ислам Герай в этой игре стал хорошим инструментом и сам, не ведая того, действовал в интересах Сахиба Герая. Он подвел ситуацию к точке кипения, вынудив Саадета Герая оставить трон. А об этом Сахиб Герай узнал уже, будучи в Стамбуле. Спустя несколько месяцев беи в Крыму настояли на повторных выборах и вместо обещанных голосов в пользу Ислама Герая почти единогласно выбрали Сахиба Герая. Нельзя сказать, что сам Сахиб не предвидел такого результата. Он ждал удобного момента, и он настал. Итак, в ноябре 1532 года новый крымский хан Сахиб Герай прибывает в Ор-Капы. Именно здесь, в парадном ханском шатре, в торжественной обстановке, ему присягают на верность все беи-мурзы, улемы и кадии, а также весь административный аппарат ханства. Своим наследником на трон новый хан назначает все того же Ислама Герая. Нет, Сахиб Герай не надеялся, что племянник смирится и перестанет интриговать уже против него. Он слишком хорошо его знал, однако опасаться его не было причин. На его стороне был ханский диван, а главное, первая в истории Крымского ханства профессиональная гвардия Капы-Кулу. Здесь стоит сказать, что во все времена государство крымских татар обладало мощным военным потенциалом. Но как это ни парадоксально, а регулярной армии никогда не было. Вольные сыны степей и гор обладали уникальной возможностью быстро мобилизироваться и строить свои ряды. Главной основой армии была конница, быстрая, маневренная, обладавшая многовековым опытом. В Крымском ханстве почти каждый мужчина был воином, отличным наездником и стрелком из лука. Редки были те битвы, в которых крымско-татарские аскеры терпели фиаско. А секрет заключался в том, что с малых лет крымские татары приучали своих сыновей ко всем тягодам и невзгодам военного быта. Учили владеть оружием, ездить верхом, переносить холод и быт, неприхотливыми быть в еде. Вырабатывались выносливость, ловкость, смелость. Крымские аскеры не знали, что такое казармы и ежедневные тренировки. Однако и здесь не обошлось без исключения. Именно Сахиб Герай I в первый же год своего правления создал самостоятельную привилегированную гвардию, в обязанности которой входило охранять и защищать главу государства. Сахиба Герая можно смело назвать одним из видных реформаторов своего времени. Известно, что этому прогрессивному хану удалось ввести существенные изменения в работу государственно-административного аппарата, а также официально закрепить на землях ханства кочевавших ногайцев. Но это будет чуть позже. А пока полтора года, проведенные в Стамбуле, позволили ему оценить преимущества османских янычар и создать в противовес крымско-татарскому ополчению при своем дворе регулярную гвардию, получившую название Капы-Кулу, либо другой вариант Капы-Халки, что в переводе с тюркского дословно означает «раб дверей» или «дворцовая стража». И если янычары составляли основу войска в Османской империи, то первоначальная численность Капы-Кулу составляла около 1000 человек.
В этот высший военный штат входили только избранные воины, пользующиеся ханским доверием. Отныне привилегированная армия была обязана нести службу при дворце. С первых же дней на содержание Капа Кулу именно султанская казна выделяла средства в размере 80 кисетов золота, которые выплачивались в Крыму вплоть до падения ханства. Уже в период правления Сахиб-Герая Капы Кулу активно использовали мушкеты и пушки, что повлекло за собой изменения в традиционной крымской тактике. Это было решающим фактором в военных успехах хана, и на Капы Кулу всегда полагались в критические моменты. Чуть позже, когда институт Капы Кулу утвердился окончательно, к личной ханской гвардии подошли с еще большей серьезностью. Новое поколение стали формировать из воинственных черкесов, подвластных ханству. На примере янычар тщательно отбирались подростки в возрасте 12-14 лет. Избранные именовались аджими-огланы, буквально «чужеземные мальчики». И им предстояло несколько лет под руководством ветеранов готовиться к придворной службе. Помимо обязательного военного искусства, аджими-огланов обучали письму, чтению, праву, теологии, литературе и языку. За знаниями постоянно наблюдали и выделяли достойных. По окончании обучения будущие ханские гвардейцы переходили в так называемый ранг чекма, дословно «вышедший». Они распределялись по частям и несли службу как во дворце, так и за его пределами. И только проявившие себя выпускники через некоторое время получали право именоваться Капы Кулу, а некоторым выпадала честь нести караул в святая святых – ханских покоях. Следует отметить, что гвардейцы подчинялись исключительно крымскому хану и зачастую действовали наперекор местной военной аристократии. Создание отряда Капы Кулу было лишь частью программы Сахиб-Герая в случае противостояния с родовой знатью. Позже остальные ханы, опираясь на своих Капы Кулу в конфликтах с крымской элитой, не раз выставляли отряд верных гвардейцев против бейских войск. Забегая вперед, отметим, что численность Капы Кулу при последующих ханах менялась, доходя от 1000 человек до 2000. Гораздо позже, оценив преимущества Капы Кулу, крымская аристократия добилась, чтобы и их младшие отпрыски служили в элитной гвардии. Сначала они составляли меньшинство, но уже к началу следующего века общее количество крымских татар и черкесов сравнялось. А с середины 18 века гвардейские полки уже состояли преимущественно из буджакских нагайцев. Как в любом другом войске, и Капы Кулу имели свою структуру. Они подразделялись на пехоту и всадников. Последние, сипахи, делились на два рода. Улу-фели – сипахи, придворные воины, состоявшие на государственном жаловании, выплачиваемом из ханской или османской казны. И тимарлы-сипахи – воины, владевшие наделом земли, обеспечивающие себя за счет землевладения, которое давало им государство в пользование с условием верной службы хану. Главой Капы Кулу являлся полковник дворцовой стражи Башы-Булук-Баши. Кроме перечисленных отрядов, у гвардейцев были свои лекари, гонцы, оруженосцы, музыканты, принимавшие наравне с Капы Кулу участие во всех военных кампаниях. А военные музыканты из Капы Кулу барабанным боем задавали ритм движения всему крымско-татарскому войску и руководили передвижением различных отрядов. Помимо своих верных гвардейцев, Сахиб-Герай наличные средства содержал еще 500 стрелков-ружейников, именуемых Цюфенгчи. Его примеру последовали и преемники.
Интересно, что в источниках также упоминается и о готской пехоте, состоящей при главе государства численностью более 800 человек. В мирное время ханские гвардейцы проживали при дворе в Бахчисарайском дворце на положении капы-кулу ханских телохранителей. Их покои находились слева от главного входа Дербе-хане-капы, по соседству с мечетью, на втором этаже, а также у Бахча-капы, то есть у садовых ворот. Во время военных походов верные гвардейцы сопровождали своих правителей и считались лучшими воинами. Со временем из этой военной прослойки выделились знатные фамилии ханства. Однако капы-кулу и, собственно, оснащенная пушками и ружьями армия хана, которая укоренилась и просуществовала в период всей истории Крымского ханства, была далеко не единственная революционная для тех лет внедрение Сахиба-Герая. Далее его ждала карьера градостроителя и блестящего воина. А его современники уже при его жизни назовут Сахиба-Герая ханом твердой руки. Это был человек нового времени, реформатор, опытный военачальник, тонкий политик и стратег. Именно в нем главы четырех влиятельных кланов Крымского ханства видели свое будущее, и оно ознаменовалось началом золотого века государства крымских татар.